Так, ну, всем в очередной раз привет. Небольшое видео о том, что у меня сегодня в итоге получилось. Ну, для начала, самое интересное, это, наверное, пробег. Сейчас 74 километра, машина, можно сказать, новая. Никаких ошибок, естественно, нет. Все ключи подружились, все отлично. Обороты тоже самое нормальное. Так, ну и вторая фишка, в общем-то, ради чего все это и затевалось, на самом деле, это работоспособность вот этой вот штуки. Ну, определяется оно как лампы направленного света. На самом деле это немножко не так. Это подсветка именно поворотов сейчас реализована. Я не уверен, что будет нормально видно. А выйти на улицу и поставить камеру я не могу из-за того, что я припарковался очень близко. Но постараюсь показать. Надеюсь, что будет видно. Если смотреть сейчас на землю, вот я поворачиваю руль, включается подсветка противотуманки. Поворачиваю руль в другую сторону, здесь гаснет, тут появляется. Вот, соответственно, раз погасло, включилась. В принципе, не знаю, нужна эта штука или не нужна, но прикольно. Ну и приборка поменялась. Тоже приятно. Приборка сейчас на сколько у нас? На 250 километров. Ну так, кстати, все то же самое. Те же самые параметры, тот же самый компас. Все стандартные вкладки. В общем-то, все. Всем удачи, всем счастливо.